В Твери прошел гала-концерт 9-го областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху». Его участники – люди с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных образований региона, активисты общественных организаций инвалидов, учащиеся коррекционных школ и студенты. О том, как прошел творческий праздник, в материале Марии Шалавановой. В течение года в Верхневолжье проходили муниципальные этапы фестиваля «Путь к успеху». Победители представляли районы на 4 зональных этапах конкурса, которые прошли в Твери, Лихославле, Зубцове, Кашинском городском округе. Участниками в этом году стали 1015 человек. Правительство Тверской области действительно всячески поддерживает подобные мероприятия, потому что они позволяют людям, в силу разных обстоятельств, имеющие ограничения в здоровье, с особыми потребностями, реализовать себя в полной мере, преодолеть, и это вызывает огромное уважение, те сложности, которые возникли, и добиться того, что наше общество у нас на Тверской земле больше становится счастливых людей. Фестиваль проводился по 6 номинациям – хореография, вокал, жестовая песня, музыкальное исполнительство, прикладное искусство, художественное чтение. По итогам гала-концерта определены победители фестиваля, обладатели гран-при, а также специальных призов среди взрослых и детей. Ежегодно к фестивалю присоединяется все больше жителей Тверской области. Для сравнения, участниками первого конкурса в 2011 году были всего 59 человек. С 2016 года в конкурсе принимают участие дети с инвалидностью. За это время свое мастерство зрителям представили более 350 юных талантов. Лауреатами конкурса, начиная с 2011 года, стали 208 человек.